Здравствуйте! В эфире новостная программа 7.24 на телеканале «УзРепорт». И сегодня с вами Алина Левинская. 11 июня в Международном Вестминстерском университете стартовала летняя школа, посвященная изучению менеджмента в сфере креативной индустрии. Студенты, участниками данной программы, были ознакомлены с внутренними функциями организации музейного и театрального искусства, а также киноиндустрии республики. 12-й день данной школы был посвящен сфере средств массовой информации. С целью полного и ясного рассмотрения данной сферы для участников была проведена ознакомительная экскурсия по главному офису телеканала «УзРепорт». Студенты на практике увидели, как проводится съемка эфирных передач и приняли непосредственное участие в записи репортажей. День начался с краткой экскурсии по студии «УзРепорта». Участники летней школы один за другим пробовали себя на месте ведущего. У кого-то получилось с первого раза. Поздравить ее с выигрышем золотой медали. А мы продолжаем. А кому-то потребовалось побольше практики. Объединяло их одно. Всем было очень интересно. На самом деле, жизнь студии телеканала «УзРепорт ТВ за кадром» очень интересна. Здесь присутствует очень огромное количество света, настраиваемое операторами. В студии дежурит оператор, который следит за эфиром. В студии ежедневно снимают эфиры на русском и узбекском языках. Перед началом эфира диктору дает время для грима, для подготовки речи и для подключения микрофона. Здравствуйте! В эфире программа 7.24 новости. Далее студенты были озадачены письмом новостного сюжета. Всем стал интересен съемочный процесс. И выяснилось, что должность телеведущего не такое уже легкое дело. Со всем этим процессом стоит очень большой труд журналистов, редакторов, монтажеров, а также звукорежиссера. Сейчас нам провели экскурсию в студии «УзРепорта». И, конечно же, все студенты заинтересованы в написании сценария и написании стендапа. Вот сами студенты, которые готовили стендап. Давайте же внедримся в процесс работы. Хотелось бы уделить немного внимания роли журналиста. Ведь журналист добывает всю информацию для новостного сюжета. Это человек, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и подачей информации. Диктору дается время. Почему? Можно еще раз?